Вода захватывает все большую территорию Северного Казахстана. Уже зафиксировано 10 переливов на дорогах областного значения. В выходные талыми водами размыло 10-метровый отрезок автодороги между селами Краснокиевка и Карагаш. Как справляются с весенним обострением природы в Тайшинском районе, знает моя коллега Татьяна Исельская. Это видео облетело интернет за считанные дни, набрало тысячи просмотров и комментариев. В минувшие выходные талые воды размыли дорогу районного значения между селами Краснокиевка и Карагаш. Длина 10 метров, ширина 12 и глубина 2. Местные жители опасались, что дорога разрушится еще больше, и переживали, как же они будут выбираться на большую землю. Учителя села Константиновки не смогли в субботу с утра добраться до села Краснокиевки, но благодаря нашим исполнительным органам отремонтировали данный кусок, и уже с понедельника наши преподаватели беспрепятственно приехали на работу. Местные власти отреагировали оперативно. Уже через несколько часов движение восстановили. Отсыпали около 500 тонн смеси из крупного песка, мелкого щебня и древесины. А это уже окраина города Тайшин. На улицах здесь сухо. Снега в этом году было много, но его успели убрать к началу весны. Сейчас заканчивают работы по очистке ливневок и засыпают лужи шлаком. В течение этих дней где-то до 10 вызовов и заявок обращаются в наше предприятие по оказанию помощи. И были даже вызовы по заявке на санизаторские машины по откачке воды. Но это единичные случаи, потому что паводковая ситуация, мы занимались предупреждением, поэтому больших паводков в городе не было. В целом паводковая ситуация в районе остается стабильной. Зимой из сел вывезли больше 15 тысяч кубов снега. Произвели взрывные работы в устье озера Шагалалы. С учетом прошлых лет на контроль взяли 13 населенных пунктов. Их круглосуточно мониторят, говорит заместитель акима района. Подготовлен отряд экстренного реагирования. Имеется 129 единиц различной техники. В бюджете района по линии ЧС предусмотрено 21 миллион тенге. Это резерв. Местные исполнительные органы 18 миллионов тенге. И по программе ликвидации предупреждения ЧС 3 миллиона тенге. Всего по Северо-Казахстанской области зафиксировано 10 переливов на дорогах областного значения. В Уалихановском, Акжарском, Тайшинском и один в районе имени Габита Мусрепова. На местах работают спасатели. Татьяна Исельская, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.